Я хочу вам рассказать новость про питомцев. Эта новость важна для тех, кто дома держит своих четвероногих друзей. Ты на канале Turkey Space, я Олеся. Вова где-то здесь. Вообще, эта новость не новинка, и она была достаточно давно анонсирована. И я хочу напомнить о важности исполнения этого нового закона и чем он грозит в случае, если этого не сделать, в том числе и иностранцам тоже. И что делать иностранцам и куда идти. Если вы дома содержите домашних животных, то их необходимо зарегистрировать в Госветнадзоре до 31 декабря 2022 года, если у вас на руках уже есть ВНЖ. В этом случае срок до 31 декабря 2022 года. И этот закон не касается таких животных, в основном это собаки. Даже не в основном, а в принципе это все породы собак, сейчас я их перечислю. Американский питбуль, американский стаффордшир, американский буллитерьер, японская тосса, аргентина, фила, бразилерио и аргентинский дог. Вот этих вот собак, они являются запрещенными породами в Турции. И их регистрировать не надо. Я так полагаю, что потому что их ни у кого нет. Просто зачем об этом писать, мне вот интересно. Если это запрещенные породы, я так понимаю, что значит они запрещены к заведению на территории Турции. Ну ладно, но имейте в виду, в общем, если вы имеете такого пса, то никому об этом не говорить. Да, ну вот можете рассказать нам в комментариях, очень интересно, если есть такой из перечисленных пород у вас дома, как вы его завезли в Турцию. Потому что некоторые породы мне тоже нравятся. Если же этого не сделать, то придется заплатить штраф. Штраф будет равен 6072 лиры, в том числе и для иностранца, у которого на руках есть пластиковая уже карта ВНЖ. А, еще, кстати, да, не только штраф придется заплатить, а и домашнему животному не будет оказываться медицинская помощь в ветеринарной клинике. А это уже даже пострашнее штрафа, я бы так сказала. Что нужно сделать? Если у вас нет чипа, ну, если вы иностранец, то, вероятно, чип у вас есть уже у вашего животного. Нужно прийти со своим животным в любую ветеринарную клинику в Турции. И ветеринар просканирует ваш чип и зарегистрирует его в единой системе, которая называется HiBIS. Это система регистрации информации о животных Министерства сельского и лесного хозяйства. Это работа на 10 минут. Ну, если не будет очереди, конечно. Если же у животного есть чип и есть паспорт международного образца, то в саму ветклинику ехать не нужно. Для этого нужно встать на учет в Госветнадзор. Для этого нужно найти в Гугле Госветнадзор и отправиться по ближайшему адресу. Не всегда даже с собой нужно брать домашнее животное. Но нужно иметь в виду, что это Турция, и не всегда, да всегда, скажем так. Кто-то может попросить у вас предоставить домашние животные, а кто-то из сотрудников может и не попросить. Я бы взяла с собой питомца, на всякий случай, чтобы не ездить туда-сюда. Ну, потому что, если вы живете, например, в Стамбуле, то это город большой, и вот это вот разъезжать это туда-сюда, это может потребоваться даже не один день. Если вы съездили, вам сказали, а где ваш питомец? А вы такой, дома. А что, надо? Они говорят, ну да, надо. А вот вчера мой приятель приезжал, вы сказали, что не надо. Ну, а сегодня надо, вам скажут. Вы поедете обратно. А назад вы можете не захотеть уже ехать, потому что проездите весь день. Придется на следующий день заниматься тем же самым. Поэтому сразу берите своего питомца. Я же не думаю, что кто-то сюда приезжает, там, я не знаю. Какие есть большие собаки? Напишите, а то я не знаю. Если же вы переехали, например, вы жили там по одному адресу, а потом переехали в другой адрес или там поменяли номер телефона, нужно обновить регистрацию на чипе, ну то есть вот эти данные на микрочипе вашего питомца. Для этого нужно сходить в ветеринарную клинику и сообщить эти данные, и сделать это, и с этим не затягивать. Потому что в Турции могут придумать очередное правило несообщения той или иной информации. Здесь за этим вообще сильно следят и очень любят знать все о своих гражданах и в том числе о тех мигрантов, которые здесь находятся.
Если же вы до 31 декабря еще не получили пластиковую карточку ВНЖ свою, то явиться и зарегистрировать свое животное необходимо будет после того, как карточка будет на руках. В этом случае платить штраф не придется. Ну, по крайней мере, так написано у них на официальных ресурсах турецких. Но как вот интересно мне, кстати, ты же карточка. А, ну хотя можно взять конверт, например. Я просто подумала, а как вот они узнают, когда у меня карточка получена? Ну, типа, на карточке же написано дата, когда тебя одобрили в ВНЖ. Ты такой приходишь с карточкой, на карточке дата получения ВНЖ. Тебе говорят, почему ты раньше не явился? Говорю, я только карточку получил. Или это просто с ментальностью связано, ну, типа, с менталитетом. Или просто взять с собой конверт, на котором будет написана дата отправки. Ну, в общем, берите с собой конверт и не парьтесь. Обычно, если здесь говорят, что штрафа не будет, значит, не будет. Мы уже сталкивались со всякими ситуациями, и чаще всего то, что они говорят, то так как бы и есть по поводу закона. Они их исполняют. Ну, вот на этом все, пожалуй. Данный процесс регистрации своего питомца, он несложный, достаточно быстрый. Главное сделать это вовремя, не откладывать в долгий ящик. И в первую очередь это важно для вашего питомца, потому что в ином случае ваш любимец просто не сможет получить полагающуюся ему медицинскую помощь. Пишите в комментариях, как вы относитесь к этой новости, были ли вы в курсе о необходимости данной процедуры. Если есть вопросы, также отправляйтесь в комментарии, подпишитесь на наш канал, ставьте лайки. Подняла, обняла и немножко хрустнула, насколько это возможно.